Асыл Арман. Под таким названием сегодня вечером пройдет большая постановка в стенах Дворца искусств Атамекен. Ее посвятят памяти выдающегося казахского композитора, певца, одного из основоположников современной казахской вокальной музыки, лауреата государственной премии, народного артиста Казахстана Ескендера Хасангалиева. Все подробности далее. Знакомые с детства каждому казахстанцу песни Ескендера Хасангалиева «Атамекен», «Сахындым сені», «Эдиме ау», «Айналайн», «Асыл арман» и другие входят в золотой фонд казахского музыкального наследия. К слову, именем последней и названа постановка. Для ее осуществления за дело взялись настоящие профи своих сфер. За сценарий ответственна лауреат премии «Алаш», писатель-драматург Мадина Омарова. А воплотила текст в жизнь лучший режиссер по версии Международного театрального фестиваля в Грузии Гаухар Адай. А вот артисты – это наши ребята из молодежного музыкального театра «Атамекен». В стране в последнее время открывают много молодежных театров, но «Атамекен» хочется отметить. Им предстоит поставить по-настоящему историческую постановку о выдающейся личности. Хочется, чтобы молодежь училась у таких людей, чьи песни мы поем и помним. Память о выдающемся человеке, феномене в музыкальном мире уже проходят различные мероприятия. В основном они музыкального характера, а данная постановка позволит посмотреть на личность Ескендера Хасангалиева немного по-другому, по-театральному. Через пьесу авторы хотят популяризировать певца и композитора, а также его творческое наследие. Естественно, и привлечь внимание молодежи. Как отмечает сын Ескендера Хасангалиева, сейчас к личности его отца приковано пристальное внимание. Потихонечку собирается и в виде сборников нотных, например, вышел сборник романсов Ескендера Хасангалиева. Теперь готовится к изданию сборник избранных песен и романсов. И вот эта хорошая традиция с клавирами, это все не просто канта. Все это вот сейчас будет притворяться в жизнь. Вообще сейчас идет вот череда интересных мероприятий. Даже турнир по боксу был проведен в памяти Ескендера Хасангалиева. Только вот за февраль месяц два больших огромных концерта в городе Алматы, Астана. Постановка «Асыл арман» пройдет сегодня во Дворце искусств «Атамекен» в 7 часов вечера. Алексей Кочемасов, Рустим Ищанов, Саид Самигула, Акжай Акпарат.